Оперативники московского уголовного розыска успешно завершили серию операций по пресечению деятельности криминальных групп, которые занимались кражами автотранспорта в столице, а также подготовкой к сбыту краденого имущества. Так называемый «отстойник», куда злоумышленники отгоняли автомобиль сразу после похищения, сотрудники полиции обнаружили в ходе профилактического мероприятия в одном из боксов гаражного кооператива, расположенного на территории столичного района Медведково. Сотрудникам МУРа удалось дождаться, когда злоумышленник на только что украденной автомашине Honda Civic заедет в этот гараж, где он и был задержан. У него было изъято приспособление для отключения штатной сигнализации и заведения автомашины, и специальное приспособление для проворачивания дверных и замков зажигания. Стражи порядка предполагают, что автотранспорт мужчина похищал неподалеку от места задержания и сейчас проверяют его на причастность к подобным преступлениям, совершенным в последнее время в окрестностях гаражного кооператива. Еще одно место, где уже другие злоумышленники производили разборку украденных автомашин, полицейские обнаружили в гараже частного дома, расположенного в микрорайоне Сходня города Химки Московской области. В момент, когда приехали сотрудники МУРа, в гараже находилась Toyota Camry, похищенная за несколько дней до этого. И в гараже находилось большое количество различных предметов, косвенно указывающих, что далеко не первая автомашина разбирается в этом гараже. За работой оперативники застали троих мужчин, уроженцев России и Белоруссии, которых сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Полицейские подозревают, что криминальная деятельность была основным источником дохода задержанных.